А вот в теннисе семейный финал. Сестры Уильямс разыграют победу на Australian Open 2017. Американские теннисистки Сирена и Венус вышли в финал открытого чемпионата Австралии. В полуфинале вторая ракетка турнира Сирена Уильямс легко победила хорватку Мирьяну Лучич-Барони со счетом 6-2, 6-1. А сегодня ее старшая сестра обыграла свою соотечественницу Коко Ван де Вега со счетом 6-7. Отмечу, Сирена Уильямс 6 раз побеждала в этом турнире, последний в 2015 году. Для Винус лучшим достижением на Australian Open стал выход в финал в 2003. В последний раз они играли друг с другом в финале турнира серии «Большого шлема» в 2009 году на Уимблдоне. Тогда победу праздновала Сирена.